Дорогие друзья, уважаемые гости, близкие и родные, я рада приветствовать вас в этом необыкновенном месте среди высоких гор и ароматов жасмина в солнечной Черногории. Давайте подарим от всей души аплодисменты нашей паре Ирине и Максиму. Однажды он встретил ее, и она подарила ему свою улыбку. Однажды она увидела его, и он впервые взял ее за руку. Ребята, я желаю, чтобы в вашей жизни было еще очень много таких впервые и однажды. Но эту первую встречу вы принесли в своем сердце через всю свою жизнь. Максим и Ирина, властью, данной мне солнечной Черногории, называю вас мужем и женой. Подарите друг другу первый поцелуй новой жизни. I'll be the one.